Как напишите слово «предприниматель»? Предприниматель. Предприниматель или предприниматель? На русском языке? Предприниматель. Предприниматель. Нет. Как бы вы написали слово 18? С мягким знаком или без, в середине слова? С мягким. 18. Как пишется слово «продюсер»? Продюсер. Сколько С? Два. Продюсер. Как правильно расставить ударение в словах «облегчить» или «облегчить»? Облегчить. Звонит или звонят? Звонит. От какого слова вы проверите «звонят»? Звон, естественно. И последнее. Кухонный или кухонный? А это бог его знает. По телевизору все время последнее говорят кухонное, я привык кухонный. Но это же пятый класс, кажется. Чуть ли не четвертый. А про описание «не» и «ни». В поговорке знаменитой. Как волка не корми, он все в лес смотрит. «Не» или «ни». Как волка... смотря что иметь в виду. Как волка не корми, не корми. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Зовут меня Татьяна Николаевна. Я учитель русского языка и литературы. В прошлом веке меня бы гордо именовали учителем российской словесности. Я очень люблю свою профессию, потому что помогаю людям овладеть замечательным, удивительным русским языком. Я расскажу вам, как появилась письменность. А поможет нам познакомиться с этой удивительной историей сказка, которую в детстве, наверное, некоторые из вас читали. А может быть, вы познакомитесь с ней впервые в жизни. Для того, чтобы прочитать эту сказку, я вас приглашаю в свою пещеру сказок. Дело было в далекие-далекие времена, когда человек еще был дикий-дикий необразованный. Жил он в пещере. Может быть, она выглядела вот так. Одевался в шкуры, возможно, носил вот такие. А жил охотой. И была у этого дикого пещерного человека дочка, которую называли девочка, которую нужно отшлепать за то, что она такая шалунья. Имя очень длинное, и поэтому мы коротко будем звать ее Тафи, так как полное имя звучало у нее так – Тафамай Малугай. Так вот, Тафи очень любила ходить с отцом и однажды отправилась с ним на рыбную ловлю. Но рыбу они ловили не удочкой, как мы с вами привыкли, а били рыбу самым настоящим копьем. Было оно деревянное, а наконечник был из акульего зуба. И вот из-за этого-то копья и произошла неприятная история. Только пришли отец и Тафи на берег реки, копье сломалось. Что делать? До пещеры очень далеко. Бежать за копьем обидно, потому что рыбы в реке, видимо, невидимы. Отец огорченный сел чинить копье. А Тафи задумалась и думала она о том, как плохо, что нельзя послать маме весточку. А в это время по берегу реки проходил иностранец из далекого-далекого племени. И как каждый иностранец, он не знал языка, на котором говорила Тафи. Но Тафи все равно решила использовать этого иностранца. Как вы думаете, что она сделала? Она решила послать маме письмо. Тафи в серединке кусочка коры нарисовала саму себя. Потом она нарисовала своего папу. В руке папиной Тафи нарисовала сломанное копье. Потом изобразила иностранца. А потом нарисовала маму на пороге пещеры, тоже с копьем в руке. Не забыла она еще и указать копье, которое висит в пещере на стене, чтобы мама не забыла отдать это копье незнакомцу, который должен был принести копье Тафи ее отцу. Ну а в конце концов Тафи нарисовала дорогу и бобровое болото. Бобров Тафи, как и я, рисовать не умела, поэтому она нарисовала только головы.
Незнакомец же прочитал это письмо совсем по-другому. Он решил, что Тафи и ее отца окружают враги, потому что было очень много копий. И решил спасти жизнь Тафи и ее отцу. Со всех ног он бросился бежать по тому пути, который указала ему Тафи. И в конце концов добрался до мамы Тафи. И вот тут-то случилась неприятность. Вместо благодарности на долю иностранца достался визг, крики и побои. Мать Тафи так кричала от испуга, потому что письмо-то она прочитала совсем по-другому. Она решила, что иностранец ударил копьем ее мужа в спину, сломал ему руку, напугал Тафи так, что у нее встали волосы дыбом от страха, и теперь прибежал в племя. Мать криком созвала своих одноплеменников, и те с визгом, криком избили иностранца, вывалили его в грязи вместо благодарности, и решили повести на место кровавого преступления. А когда пришли на берег реки и выяснили недоразумение, то все долго смеялись. Но больше всех была удивлена Тафи, потому что ее одноплеменники принесли вообще все оружие, которое было в племени, все копья, кроме запасного копья, которое нужно было для ловли рыбы. Когда же все узнали, в чем дело, и рассмеялись, вождь племени сказал: «О, девочка, которую нужно отшлепать за то, что ты такая большая шалунья, ты совершила великое открытие. И когда-нибудь люди назовут его умением писать». Вот так заканчивается сказка Киплинга. Люди рисунками пользовались недолго. Называли это рисуночное письмо пиктограммами. А позднее египтяне усовершенствовали рисунки и изобрели знаменитые иероглифы. Другие народы пошли иным путем. Они взяли буквенное письмо за основу. Вот так выглядит арабская вязь. Посмотрите, пожалуйста, арабскую книжку. Вот так выглядит современное грузинское письмо. Более знакомы нам греческие и латинские буквы. Вот так выглядела страничка букваря Ивана Федорова. Это первый печатный букварь в нашей стране. А вот так выглядит старославянская книжка, отпечатанная в XIX веке. Удивительно красивый шрифт, верно? Так вот, эту печать придумывали два замечательных человека – Кирилл и Мефодий. Греки по происхождению, монахи, знали несколько иностранных языков. И когда в 863 году их попросили перевести книги с греческого языка на славянский, они для удобства пользования славян изобрели славянскую азбуку. Для вас я специально приготовила виды алфавитов. Происхождение нашего алфавита ведет свое начало от греческого. В нем было 24 буквы. Как вы видите, в древнерусском или старославянском алфавите, который изобрели Кирилл и Мефодий, и называется этот алфавит кириллица, 43 буквы, а в нашем современном языке 33. Почему такая разница? В этом алфавите, изобретенном Кириллом и Мефодием, были буквы удивительные, потому что старославянский, древнерусский язык звучал не совсем так, как наш. О каждой букве этого алфавита можно рассказывать долго. Но я больше всего люблю одну букву. Привлекла она меня еще в детстве, когда я читала бабушкины Евангелие. Во-первых, написание очень красивое, а во-вторых, название – Юс Малый. Назвали Юс так потому, что в переводе со старославянского Юс – это таинственный. В чем же таинственность этой буквы? Сейчас я вам загадаю загадку, первую загадку в нашем уроке. Напишу очень интересное слово, которое вы все очень хорошо знаете. Некоторые из вас любят это есть, а вот прочитать с первого раза, наверное, будет трудно. Итак, прочитали? Догадались? Ну, может быть, кто-то и догадался, а кто-то и нет. Это семя. Что же таинственного в букве, если она очень хорошо читается на современном языке «семя»? Таинственность заключалась в следующем. Дело в том, что если слово «семя» у нас стоит
в начальной форме, в единственном числе, то читается очень просто. Но если только мы это слово изменим, например, поставим во множественное число, у нас сразу получается иная картина. Что же получилось? У нас откуда-то появилась буква «Н». Тайна раскрывалась очень просто. В древнерусском языке были носовые гласные, точно так же, как в современном французском языке. И произносилось это слово «семян». То есть здесь пряталось два звука. Когда слово стояло в единственном числе, «юс малый» становился буквой «е». А вот когда во множественном числе слово звучало, то вот этот носовой звук прояснялся. Отсюда возникает одна из трудностей в русском языке. Есть несколько правил, которые как раз и связаны с тем, что «юс малый» в нашем современном языке иногда произносится как «я», а иногда как «ен». Но с такими трудностями нам с вами предстоит знакомиться на протяжении наших уроков. И вот моя задача-то как раз заключается в том, чтобы помочь вам избежать такие трудности нашего языка. Как вы заметили, язык наш изменялся. Изменялось и написание. И одним из первых реформаторов, тех, кто решил облегчить жизнь ученикам, был Петр I. Что сделал Петр I в русском языке? Для русского языка. Для русского языка тяжело сказать. Не знаю. Он как раз сделал очень много чего плохого. Он сам собственноручно провел реформу в 1708 году. Он велел перейти на так называемый гражданский алфавит. Но крупнейшие изменения прошли в нашем 20 веке. Реформа была задумана в 1913-1914 году, но война помешала, и осуществлена была реформа в русской графике в 1917-1918 годах. Что же произошло? Прежде всего, из русского алфавита убрали такую вредную букву, как «ять». Эта буква была такой вредной, что все школьники 19 века ее не любили. Почему не любили? Потому что нужно было запомнить целый список слов, где она пишется, но не произносится так, как произносилась в древности. И вторая буква, которую убрали из нашего алфавита, это «ер». Правда, знакомое вам написание. Вы знаете его как твердо разделительный знак. Почему его убрали? Потому что это была самая дорогая буква. Звука никакого не обозначала, но должна была писаться в конце всех слов мужского рода в именительном падеже. И поэтому в 1918 году решили, что из нашего алфавита твердый знак уйдет. Но оказалось, напрасно поторопились. А может быть, у кого-то мама, бабушка или знакомые пишут вот так. На месте твердого знака даже писали запятую наверху. Почему? Потому что в русском языке, оказывается, твердый знак все-таки нужен. И решили снова ввести его, но только для одного правила. В нашем русском языке теперь существуют твердые и мягкие разделительные знаки. И пишутся они перед одними и теми же буквами. Буквами «е», «ё», «ю», «я». Но в разных случаях. Твердый знак в современном русском языке пишется только после приставок. В других случаях пишется мягкий разделительный знак. Давайте сейчас с вами вместе потренируемся. Возьмите листы бумаги, ручки и попробуем вместе написать несколько слов. Готовитесь? Запишем мы с вами следующие слова, которые вам хорошо знакомы. Каждый из вас каждый день входит в подъезд. Проверяем, где у нас твердый знак. Твердый знак перед гласной «е»
находится после приставки «под». Поэтому правильно мы его написали. Второе слово мы возьмем глагол «шью». Перед «ю» мягкий знак мы пишем, потому что это не приставка, это корень «ш». Слово «компьютер». Никакой приставки здесь нет. В корне пишем мягкий знак. Вот, все слово корень. Конъюнктура. Перед «ю» мы пишем твердый знак, потому что стоит он после иностранной приставки. Итак, мы с вами познакомились с первым правилом, которое называется в русском языке орфограммой. Орфограмма – это ошибка, опасное место, где так и хочется написать не ту букву, которую мы слышим. А как ты напишешь слово «корова»? К-о-р-о. Но кроме ошибок в письменной речи, мы очень часто с вами делаем и ошибки в устной речи. А для того, чтобы избежать этих ошибок, нужно знать некоторые правила произношения русского литературного языка. Совсем недавно я познакомилась с удивительной таблицей, которая называется «Правила чтения русского языка». Составил эту таблицу Александр Николаевич Зайцев. Давайте прочитаем таблицу вместе. Итак. «Ся-ся» в русском языке произносится абсолютно одинаково «ца». Нужно хорошо учиться. Он хорошо учится. «ТС» и «ДС» произносятся «ц». Советский. Отсюда. Но самый вредный случай. Буквы «ч», «щ», «г», «е», «о» мы произносим как «ш», «х». Э-йо. Посмотрите примеры. Что? Многие очень часто произносят «что». Это грубая ошибка. Чтобы, конечно, нарочно. Прачечная, помощник. Обратите внимание на это слово. Иногда оно доставляет вам много неприятностей. Итак, пишем «ща», произносим «ш». А вот теперь мы с вами сыграем в игру, которую очень любят мои ученики. Называется она «Четвертый лишний». И для этой игры я вам приготовила 4 слова. Нужно выбрать слово, которое произносится не так, как пишется. Вы внимательно смотрите на эти слова и попытайтесь определить. А я помолчу. Мы с вами поработали, а теперь отдохнем. Объявляю переменку. И пойдем мы с вами в пещеру сказок, взяв вот эту книгу. По дороге я вам расскажу, как появилось слово «мансарда». Слово появилось во Франции. А в 17 веке жил знаменитый французский архитектор, звали его Мансард. Вот от него и произошло название комнат под самой крышей с покатым потолком. А пришла я сюда, чтобы рассказать вам об очень интересном слове, которое вы все любите – каникулы. Появилось это слово в Древнем Риме. Так называли созвездие Малого Пса. И самая яркая звезда этого созвездия – Сириус – светила в самое жаркое время года – в июле-августе. Вот поэтому время июля и августа назвали каникулы. Все римляне в это время отдыхали.
А потом слово «каникулы» стало просто обозначать время отдыха. Каждый из нас хоть один раз в жизни придумал новые слова. Обычно этим занимаются дети и заменяют машину бибикой, собаку авкой. Но придумывают новые слова не только дети. Вот посмотрите, я буду подглядывать в бумажку и напишу стихотворение, которое было создано в начале нашего века. А вы внимательно читайте. Догадались, почему я его списывала с бумажки? Сочинил это пятистишье поэт Александр Крученых. Он пытался создать новый революционный язык. Поняли что-нибудь из этого стихотворения? По-моему, ничего. А вот эту великолепную фразу придумал другой человек, Лев Владимирович Щерба. И придумал он ее специально для своих студентов. Он не выдумывал нового языка. А вот с какой целью он сочинил эту фразу, мы сейчас с вами посмотрим. Итак, знаменитая глокая куздра. Смотрите внимательно. Поняли что-нибудь или смеетесь? Вот точно так же смеялись и мои ученики, когда я написала это предложение первый раз на доске. Вроде бы ничего не понятно. А между тем можно разобраться. О чем же здесь идет речь? Итак, какое-то существо, которое назвали куздра, похоже на кошку, собаку, похоже. Да еще какая глокая, может добрая, может злая, а может глупая. Как-то очень штека, больно, случайно. Сделала, что сделала? Будланула, может, толкнула. Может, клюнула. Какое-то существо, которое назвали бокром. Да еще не одного бокра, а с бокренком. А бокренок очень похож на теленок, котенок, то есть детеныш. Так вот, что делает эта куздра с бокренком? Она его курдячит. Может, гладит, может, лижет. Непонятно, но какое-то действие происходит. И вот единственное знакомое слово – это союз «и». Лев Владимирович Щерба ничем заменить не мог, так как без него было не связать части предложения. Что же нам помогло выяснить, о чем идет речь? Вот те самые кирпичики, которые Лев Владимирович Щерба использовал при создании этого предложения, и есть строительный материал нашего языка. Итак, глокая. Мы догадались, что это прилагательное по окончанию «ая». Куздра – окончание «а». Женский род – единственное число. Штека похоже на наречие. Окончания у него нет, только суффикс. Будланула. Здесь целых два глагольных суффикса. Первый суффикс «ну», что означает «мгновенное действие», и суффикс прошедшего времени «л». Бокра – это существительное, похоже на слово «бобер» в родительном падеже, своим окончанием «а». Курдячит – вот с этим словом ошибок никто не сделает, это глагол, потому что у него яркое глагольное окончание «ит». Ну а бокренка мы уже с вами выяснили, что его сделал Лев Владимирович Щерба по типу теленка, котенка. Суффикс «йонг» обозначает в русском языке детенышей. Так вот, зачем Лев Владимирович Щерба придумал для своих студентов такое предложение? А чтобы доказать, что наш русский язык строится по очень строгим, но правильным законам. А строительные кирпичики, из которых получаются слова, называются морфемами. Это приставки,
корни, суффиксы и окончания. Вот такими значками обозначаются эти кирпичики в науке морфемики. А теперь займем морфемы у тех слов, в которых они уже есть. А для этого я выбрала следующие слова. Глагол, который никто не любит. У этого глагола мы займем приставку. Корень мы займем, нас займем у слова, которым называем все то, что нам очень нравится. Удалось найти корень? Так. Суффикс мы возьмем у того, что приносит нам прохладу. И окончание мы возьмем у прилагательного «новый», потому что мы создаем новое слово. Нашли морфемы? Тогда давайте вместе. Приставка в глаголе «прекратить» – «пре». Что такое приставка? Это значимая часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов. Корень «крас» в слове «красота». Корень – это главная часть в слове. Она общая для всех однокоренных слов и содержит главное значение. Суффикс – это значимая часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых слов. А окончание – это значимая часть слова, которая помогает нам изменять слова и соединять слова в словосочетание. Итак, что же у нас получилось? Пре, крас, н, и. А вот теперь попробуйте собрать уже не новое слово, а целую поговорку. Между двумя частями этой поговорки нужно поставить такой знак, который называется тире. Придумал его в конце 18 века знаменитый русский писатель Карамзин. Знак он назвал знаком умолчания, потому что здесь нужно сделать паузу. Грамоте учиться всегда пригодится. Сказку мы рассказали, пословицу мы собрали. Пришел черед и загадки. Как вы думаете, что бы это значило? Загадка такая. Я у дуба, я у зуба, я у слов и у цветов. Я упрятан в темноту, я не вверх, а вниз расту. Догадались? Подумайте немножко. Но, наверное, с этой загадкой справились все. Это корень. Мы с вами уже сказали, что корень – это главная значимая часть слова. Иногда в корне бывает много букв. Например, в слове «крокодил» их 7. Иногда в слове бывают две буквы. В корне бывают две буквы. Например, в корне «да» – глагол «дам». Есть слова, в которых в корень входит только одна буква. Например, глагол «шли» – одна буква «ш». А есть в русском языке уникальное слово. В нем вообще нет корня. Это слово... Почему в нем нет корня? Давайте посмотрим. В этом слове есть приставка «вы». Такая же приставка, как в слове «выйти», «выписать». Итак, приставка «вы». С суффиксом «ну» мгновенного действия мы уже с вами знакомы. А куда же спрятался корень, который должен был здесь быть? Виноват в этом опять мой любимый Юс Малый. Дело в том, что в этом слове, точно так же, как и в его родственнике, а родственник его – вы, не, мать, в корне был им. А мы с вами уже говорили, что Юс Малый, смотрите, какая красивая буква, мог переходить либо в «я», либо в «а».
А иногда делился на две буквы. Какие это буквы? Ин. Им. Ой, ошиблась. Либо ен. Ем. Так как должно было звучать это слово, если делился, делилось ю с малой на две буковки? Посмотрите, какое слово некрасивое должно было получиться. Вы. Ним. Нуть. Красиво звучит слово? По-моему, нет. Так вот, язык и пошел по пути упрощения. Он просто-напросто выкинул бывший ю с малой. И получилось вынуть. А потом две н слились в одно. Вот и вышло, что ю с малой испортил слово, сделал уникальное явление в языке. Слово без корня. Интересно? Наверное, интересно. Так вот, с корнем больше всего связана ошибка опасных мест. Как называются ошибкоопасные места в языке? Орфограммы. Вот первая, это самая главная орфограмма, связана с корнем. И называется она безударные, гласные в корне. Причем первое правило знает, наверное, каждый. Но ошибки в нем почему-то делают все. А правило это звучит так. Чтобы правильно написать слово с безударной гласной в корне, нужно изменить это слово или подобрать к нему проверочное, чтобы гласное стояло под ударением. Все знают правила. Вот сейчас и проверим, справитесь или нет с таким заданием. Два слова, которые звучат абсолютно одинаково. Посмотрите. Развивается ребенок, а развивается флаг. Произносится одинаково. А вот какую букву писать? Как вы думаете? Итак, если у нас с вами попадаются одинаково звучащие слова, нужно быть в подборе однокоренных слов очень внимательными. Итак, развивается корень вив, проверочное слово развитие. Развивается корень вев, проверочное слово веет. Я напишу слова, в которых делают ошибки мои ученики, хотя это правило знают превосходно. А слова такие. Какую букву писать? Как вы думаете? Я даю вам время, чтобы проверить. Какое слово самое трудное? Наверное, последнее. А почему? Какое проверочное слово вы подобрали к ожерелью? Может быть, кто-то решил, что это жир? Mm-mm. А какие еще проверочные слова? Проверочное это слово для него – жерло. Слово «жерело» в древнерусском языке означало «горло». Так вот, ожерелье – это то, что вокруг горла, жерла. Если не знать историю языка, можно попасть в просак. Как же быть? А вот для таких случаев существует второе правило. В русском языке есть слова, которые ударением не проверить, потому что гласные в них всегда без ударения. Мы их называем словарными, потому что смотрим в словаре. Я тоже в затруднении – всегда обращаюсь к моему главному помощнику, орфографическому словарю. И очень мне хочется, чтобы орфографический словарь стал и вашим помощником. Третье правило очередующихся гласных в корне слова. Таких корней в русском языке три группы.
Первое – это о корнях горгар. Только не путайте, пожалуйста, эти корни с корнями в словах «горка» и «гора». Корни горгор имеют значение, связанное с огнем, с освещением. А чтобы запомнить как следует правило, которое звучит, в корнях горгар под ударением пишется «а», без ударения пишется «о». Я вам нарисую такую картинку. Букве «о» мы рисуем испуганное выражение. Буква «о» загорелась и кричит «о-о-о-о-о». Итак, без ударения пишем «о», а под ударением «а». Пример. Корни. Зар. Зор. Тоже зависит от ударения, только у них правило наоборот. В безударном положении пиши «а», а под ударением пиши «о». Заря. Без ударения пишем «а». И зорька под ударением. Зорька. А вот третий корень самый хитрый. Корень клан-клон. Под ударением может писаться и то, и другое. А вот без ударения только «о». Картинку я вам больше рисовать не буду, а вот чтобы как следует вы запомнили это правило, я напою вам две строчки из знаменитой русской песни. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына. В этой песне встретилось слово «склоняясь». Какую букву вы напишете в этом слове? Буква «о», потому что слово «склоняясь» с безударным корнем «клон». Склоняясь. Это первая группа корней. Сейчас мы с вами попьем чайку. А вы пьете со мной чай? Очень хорошо. Итак, с чаем, наверное, все знакомы. Пришел он к нам из Китая, и вместе с ним пришло название «чай». А вот что касается сахара, то у него весьма интересная история. Оказывается, сахар – родственник соли, у них одинаковые корни. Это слово образовалось в нашем языке, наше, отечественное. Что же оно означает? Но тот, кто любит Марсы, Сникерсы, тот, наверное, замечал, что в Марсы, в Сникерс входит такой компонент, который называется солод. Это растение с очень своеобразным, солоновато-сладким вкусом. Итак, соль и сахар – родственники. А что же у нас сегодня к чаю? Больше всего я люблю смородиновое варенье. И, может быть, я вам сейчас немножко испорчу аппетит. Но дело в том, что родственник смородины – это некрасивое слово «смрад». А означало оно в славянских языках просто запах. Так что ничего страшного в смраде нет. Они родственники. С чем мы сегодня будем пить чай? С сухарями? Нет, с сухарями неинтересно. Происхождение их всем известно. С ушки тоже. А вот крекер – это самое интересное. Крекер пришел к нам из английского языка. Как вы думаете, что он означает? Послушайте. Звук треска. Так вот, по-английски «крек» – это и есть треск. Значит, крекер – это образование по звуку. Сейчас мы попробуем его с вареньем. Я думаю, что вы вместе со мной попьете чаю с крекерами и с вареньем. Thank you.
А теперь второе правило. Чтобы правильно написать слова со следующими корнями, нужно посмотреть, что с чем дружит. Слова такие. Буква А – веселые, улыбающиеся, а буква О – хмурые, вот даже позеленели от одиночества. В корнях «каскос» пишется «а», если за корнем идет суффикс «а». В корнях «лак-лош» пишется «а», если за корнем идет суффикс «а». И вот обратите внимание, вот на этот корень «лош». Нельзя в русском языке использовать глаголы с этим корнем без приставки. Иначе может получиться такое. Приносят зеркало и все время на себя любуются. Я им говорю, не ложьте зеркало в парту, ложат. Я им опять говорю, не ложьте, все равно ложат. Послушайте, нельзя же так. Я вам говорю, вы учитель или... Нет. Ложить. Нет такого глагола, голубушка Таисия Николаевна. Где вы его взяли? Мы же не на рынке. Если вам не жаль детей, то пощадите наши уши. Уши? Какие уши? Зачем уши? Таисия Николаевна! А вот следующее правило поможет нам запомнить такая веселая парочка, как Илья, буква И, который дружит с девочкой, Анечкой. Буква И дружит с А. Какие же это корни? Сейчас мы с вами вместе будем писать. Первое напишу я сама, а дальнейшее подскажете мне вы. И возьму я для этого фломастер разного цвета. Такие слова. Приготовились? Помогайте мне. Первая парочка корней – это в словах. Вот посмотрите, здесь нет никакой буквы, никаких дружеских отношений, поэтому мы корень написали через «е». А вот это слово – «блистать». «И» дружит с буквой «а». Вторая парочка – Илья дружит с Аней. Следующие корни. И у нас дружит с А. А в этих словах работает суффиксом, глагольным суффиксом. Вот. И еще раз посмотрите, если за корнем нет суффикса А, то в корне нужно писать букву Е. А вот теперь мы с вами напишем первый немой диктант. Что значит немой диктант? Я молчу, не говорю ни одного слова, но кое-что вам показываю. А вы записываете эти слова, глаголы, отвечая на вопрос, что Татьяна Николаевна делает. Итак, будьте внимательны. В глаголах должны быть корни с этими чередованиями. Приготовились, начали. Thank you.
А сейчас самое простое правило. В нем мои ученики практически никогда не делают ошибок. Это корни, связанные с ростом. Когда под ударением все ясно, а в безударном положении? Зависят гласные в корнях. От последующего согласного. Если в корне есть СТ, пиши А. Если есть Щ, тоже пиши А. А если СТ или Щ нет, то нужно писать О. Правило очень легкое. Запомнили? А вот теперь нужно запомнить несколько слов, которые называются исключениями. Это слова такие. Последняя третья группа слов, где корни чередуются. Корни похожи по внешнему виду, но означают разное. И чтобы в них не ошибиться, нужно подумать, каково значение. Первый корень, который доставляет нам неприятности, это корень... Корень равен, имеет значение одинаковый по размеру, по форме. Хорошо, всем знакомый пример, который вы сразу решите. Дважды два равно четырем. Значение равенства. Теперь нарисую очень симпатичный рисуночек. Два мальчика. Сравните их по размеру. Итак, слово. Корень равен. Обозначает одинаковые. Но здесь есть два слова со значением другого корня. Пишем через «а». Это слова. И второе слово. Команда. Значение немножко другое, но пишем через «а». А теперь разберемся со вторым корнем. Значение ровный, гладкий. Вот у нас улица, и на ней дома. Они стоят ровненько вдоль улицы. И еще два корня. Самое последнее тоже зависит от значения. Корень мог обозначает, если вы что-то хотите во что-то опустить. Корень мог означает стать мокрым. Вы, наверное, устали. Я тоже. Но нам осталось только одно правило о гласных в корне. Это гласное О и Ё после шипящих. Правило очень простое. В корнях слов под ударением пиши Ё. Если можно подобрать проверочное слово, где на этом месте слышится Е. Например, проверяем желтеть. Значит, что мы должны писать? Букву Ё. Вот мы ее и напишем. Желтый. А вот что делать со словами, где нельзя подобрать проверочные слова? Вот такие слова надо запомнить. И я вам даю целый список таких слов. Это шорох, крыжовник, шов, капюшон, шорты, трущоба, шок. Имя мальчика – Жора, обжора, трещотка. Слова «ожог» и «поджог». Но вот здесь очень хитрый случай. Если эти слова существительные, их нужно писать через «о». Но если это глаголы – через «ё». «Ожог руки», но «ожог руку». И самое интересное, это слово «черт». Вы иногда в книгах можете встретить написание этого слова через букву «о». Дело в том, что до 1958 года некоторые слова писались через «о», хотя другие подчинялись этому правилу. А вот теперь подготовимся
большому диктанту. Вот из этой книги я буду диктовать вам предложение. А вы записывайте и постарайтесь без ошибок. А.С. Пушкин. Сквозь волнистые туманы пробирается луна. Сквозь волнистые туманы пробирается луна. Алексей Константинович Толстой. В степи на равнине открытый курган одинокий стоит. В степи, запятая, на равнине открытой, запятая, курган одинокий стоит. Афанасий Афанасьевич Фет. Сегодня все звезды так пышно огнем голубым разгорались. Сегодня все звезды так пышно огнем голубым разгорались. Татьяна Николаевна Шмуренко. Что за писатель такой? Из современных, что? Ну ж куда современней. Распрекрасные романы пишет. Под шорох кустов крыжовника Жора расправил шов на капюшоне, подтянул шорты и, оказавшись в трущобе, испытал шок, услышав трещотку. А теперь медленно. Под шорох кустов крыжовника Жора расправил шов на капюшоне, запятая, подтянул шорты и, запятая, оказавшись в трущобе, запятая, испытал шок, запятая, услышав трещотку. Вот из этой книги я хочу вам рассказать еще об одной очень интересной истории. Удивительное слово «миллион» придумал в 13 веке Марко Поло, знаменитый путешественник. Он побывал в Китае, и Китай так поразил его, что не нашло слов описать его красоту и богатство. Что же сделал Марко Поло? Он взял итальянское слово «милле», что означает «тысячу», прибавил к нему суффикс «оне», который соответствует нашему «ище», и получилось уникальное слово «миллион». В переводе на русский язык оно получилось «тысяще». Так вот, для того, чтобы описать богатство Китая, выдумано новое слово. С гласными-то мы, наконец, все выяснили. А как же быть с согласными в корне? Дело в том, что они доставляют нам неприятности, потому что в русском языке существуют двойняшки, пары по звонкости и глухости. Вот посмотрите на эту табличку. Я специально к звонким согласным приделала колокольчики. Эти звонкие и глухие образуют пару «б-п», например, «хлеб». На конце слова согласный звук всегда оглушается. И в середине происходит то же самое, потому что звонкие, стоя перед глухими, всегда оглушаются. По поговорке «с кем поведешься, от того и наберешься». Вот послушайте, пожалуйста, стихотворение, отрывочек из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина. И вы убедитесь, что я права. Подруга дней моих суровок, голубка дряхлая моя. Что-то написать в слове «голубка»? «Б» или «П»? Давайте с вами попробуем проверить. Как проверим? Попробуем подобрать слово «голубь». Получилось? Нет. А что ж тогда делать? А мы попробуем проверить басней Ивана Андреевича Крылова «Ворона и лисица».
Вспомните, пожалуйста. Голубушка, как хороша. Но что за перья, что за глазки? Рассказывать так прямо сказки. Итак, слово «голубка» можно проверить словом. Правило о звонких и глухих согласных звучит так. Чтобы проверить сомнительную согласную, нужно изменить слово или подобрать однокоренное, чтобы сомнительный прозвучал ясно. И в басне Ивана Андреевича Крылова было еще два слова, которые вызывают сомнения при написании. Это слова. Попробуйте проверить самостоятельно. Но у нас с вами есть еще вредные слова. Почему вредные? Потому что они доставляют неприятности на письме. Произносим мы, вспомните таблицу Зайцева Александра Николаевича, произносим мы сочетание нескольких согласных не так, как записываем. Вот сейчас я молча запишу три слова, а вы произнесите их вслух. Все ли буквы произнесли? Очевидно, нет. Пропустили. В первом слове букву «Д», во втором букву «Т», а в третьем букву «Л». Почему так получилось? Потому что в русском языке три согласных рядом не произносятся. Наш язык звучный, он привык после каждой согласной произносить гласный. Вот поэтому-то и возникают правила о непроизносимых согласных. Правило звучит точно так же, как первое. Чтобы правильно написать слова с непроизносимыми согласными, нужно его изменить или подобрать однокоренное, где непроизносимое согласное проявится. Но вот сейчас я вам напишу два хитрых слова из сказки, которую вы все прекрасно знаете. Называется эта сказка «Принцесса и чудовище». Принцесса была прекрасная, погода была ужасная. Итак, слова. Какую букву нужно вставлять в эти слова? Так и хочется вставить букву «Т», правда? Почему? Потому что похоже вот на эти. Но на самом деле в этих словах никакую согласную вставлять не надо. Проверяем. А вот для того, чтобы вы как следует запомнили это правило, можно использовать такую подсказку. Не чудесно, не прекрасно, а ужасно и опасно букву «Т» писать напрасно. Интересно. Интересна не только история слов, но и история имен, за которыми скрывались известные поэты и писатели. Называются они псевдонимами. Первое напечатанное стихотворение Александра Сергеевича Пушкина было подписано четырьмя буквами «П, Ш, К, Н». Придумал их Антон Дельвик, однокашник Саши Пушкина, пославший стихи в журнал без ведома поэта. Еще интереснее подписывал свои произведения Николай Васильевич Гоголь тремя буквами «О», потому что в его полной фамилии, Гоголь-Яновский, было третьих буквы. А еще интереснее история псевдонима Козьма Прутков. За этим именем скрывалось три человека. Алексей Николаевич Толстой и два брата Жемчужниковы. Thank you.
Сегодня мы с вами начнем с игры. Давайте поиграем в игру «Кто больше?». Как в нее играть? Попробуйте образовать с помощью приставок несколько новых глаголов от глагола «ходить». Сколько у вас получится? Сколько у вас получилось? У меня получилось 21 новое слово. А как вы думаете, сколько вообще приставок в русском языке? Знакомый нам Александр Николаевич Зайцев, о котором я вам говорила, набрал целых 120 приставок. Но он собрал все-все приставки в русском языке. И по происхождению русские, и по происхождению заимствованные. А вот в школьной программе изучают 30 приставок с вариантами. Вот сейчас мы с вами и поговорим о первых приставках ошибкоопасных. Приставки на «з» и «с». Почему такие неприятности получаются с этими приставками? Мы уже с вами говорили, вспомните. В русском языке согласные делятся по звонкости и глухости. И когда в неудобной позиции стоят, она называется слабой, тогда друг друга подменяют. Вот как раз с приставками на «з» и «с» происходит это самое. Давайте посмотрим. Такие слова. Попробуйте записывать вместе со мной. Произнесите это слово. Как прозвучало вот это вот место? Разбежаться. Ничего трудного нет. Сейчас мы возьмем красненький цвет, подчеркнем. Ничего трудного нет, потому что «з» стоит перед «б». А он у нас звонкий и никого не оглушает. Ведет себя очень достойно. Следующее слово. Распевка. Что произошло? Повлияло задняя буква на то, что стоит перед ней. Вот и получилось, что здесь, ох, отклеился листик, что здесь буквы ведут себя по пословице, о которой мы уже говорили. Помните, как звучит пословица? С кем поведешься, от того и наберешься. А есть еще и другая пословица. Скажи мне, кто твой сосед, и я скажу, кто ты. Самые трудные случаи тогда, когда у нас приставка кончается на «с» и корень начинается на «с». Нужно писать рядышком два согласных по правилу, о котором мы только что сказали. А вот сейчас я вам покажу самое хитрое слово. Есть такой глагол, как «рассориться». Так вот, посмотрите сюда внимательно. По правилам в этом глаголе нужно писать сколько «с»? Посчитали? Раз, два, три. А что сделал наш язык? Он экономный. Он взял и оставил только две буквы. Одну убрал. Вот так вот мы ее зачеркнем. И что у нас получилось? Приставка «раз», а корень-то «ссор» куда исчез? Оказывается, вот так вот теперь нужно разбирать это слово. Буква «с» входит и в конец приставки, и в начало корня. Итак, в слове «рассориться» пишем две буквы «с». Правописание приставок на «з» и «с» зависит от последующего согласного. Если за приставкой идет звонкий, то нужно писать «з». А если глухой, то «с». Приготовились? Напоминаю, не мой диктант. Вы отвечаете на вопрос, что делает Татьяна Николаевна. Все глаголы должны быть с приставками на «з» или на «с». Смотрите внимательно.
приставках на ЗС все зависит от соседа, который за приставкой. Но есть случаи, когда и приставка влияет на последующую букву. Этот случай связан со словами, которые начинаются на букву И. Если образовать от них новые слова с приставкой на согласную, то И заменится на И, так как произносится. Например, играть – сыграть. Но есть у нас две приставочки – приставочка меж и приставочка сверх, которая не влияет на этот переход. Почему, как вы думаете? Потому что приставка меж и сверх образовалась уже из готовых слов. Она как бы вторична. А вот это приставки первичные. Запишу два примера, чтобы вы не путали. Запишите те слова, которые я продиктую, в столбик. Первое слово. Идея. Идея. Второе слово очень хорошее. Ирония. Так, записали. Ирония. Третье слово. Инициатива. Инициатива. Записали. И последнее, четвертое слово. Интересный. Интересный. А теперь образуйте от них новые слова с помощью приставок на согласный. Самые хитрые приставки – это «при» и «при». Почему хитрые? Потому что правописание зависит от значения. А вот разобраться в этом значении помогут нам веселые уроки радионяни. Была когда-то такая передача. Если у вас есть такие пластинки, послушайте их. Так вот, в радионяне правописание «при» и «при» помогали запомнить песенки, стихи. При или пре, пре или при, это совсем не секрет. На содержание слова смотри, сразу получишь ответ. На содержание слова смотри, сразу получишь ответ. Предлинный достанет до крыши рукой, прижадный не даст вам конфету. Если очень такой или очень сякой, пре мы напишем при этом. Если очень такой или очень сякой, пре мы напишем при этом. Дожди непрерывные льют в октябре, но грамотным дождь не преграда. Где очень похожи пере и пре, писать только пре там и надо. Где очень похожи пере и пре, писать только пре там и надо. А сейчас мы с вами выполним упражнение, которое называется выборочное списывание. Списать нужно только те слова, которые объяснены верно. Проверили? А теперь поговорим о приставках «при». У приставки «при» целых три значения. Прибыл ли поезд, приплыл теплоход, космонавт прилетел из вселенной. В словах придет, прилетит, приплывет, пишется «при» несомненно. В словах придет, прилетит, приплывет, пишется «при» несомненно. Это первое правило – значение приближения. И сейчас мы с вами напишем еще один немой диктант.
второе значение – значение присоединения. Вин прилетел, прикрутил колесо, приклеил, пришил умело. Пишем мы, приговоря обо всем, что добрые руки приделали. Пишем мы, приговоря обо всем, что добрые руки приделали. И сейчас мы с вами попытаемся присоединить. Взяли ручки, бумагу и записывайте. Присоединить с помощью слона. Что получилось? Записали. Второе. Присоединить с помощью собаки. Получилось? Третье. С помощью голубя. И четвертое. С помощью верблюда. Смешно? Что у вас не получилось? Действительно, нельзя приверблюдить. А вот три слова, которые у вас получились сначала, в русском языке существуют, хотя ничего общего с теми словами, которым я просила вас присоединить, уже не имеют. Теперь третье правило. Язык прикусил, не совсем откусил, пригорело, не значит сгори. Помни, что сделано, но не совсем, пишем с приставкой «при». Помни, что сделано, но не совсем, пишем с приставкой «при». И чтобы закрепить это правило, мы с вами напишем диктант, используя сказки Александра Сергеевича Пушкина. Там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой, и 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных. Написали? Повторю. Там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой, запятая, и 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных. Записали. А теперь следующая сказка. Сказка о попе и работнике его балде. Только поп один балду не любит, никогда его не приголубит. Повторяю. Только поп один балду не любит. Запятая. Никогда его не приголубит. Записали. И третья сказка. Третья сказка о рыбаке и рыбке. Приплыла к нему рыбка, спросила. Приплыла к нему рыбка, запятая, спросила. Многоточие поставили. А еще осталась группа слов, где приставки «при-при» уже утратили свое значение. Вот с этими словами нужно быть очень внимательными. А вот есть слова, с которыми мы уже знакомились. Произносятся они совсем одинаково. Вспомните, развивается флаг и развивается ребенок. А вот буквы пишутся разные. Претворить означает осуществить что-нибудь. Притворить. Это значит неплотно закрыть, предположим, дверь. Преемник – тот, кто идет следом. Например, преемником Петра I стала Екатерина I. И приемник, например, радиоприемник. Пребывание, то есть нахождение уже на каком-то месте. И прибывание, что означает приезд. Что значит предел? То, что имеет границы. И предел – это значит какой-то участок, который у тебя есть. Преступить – значит перейти что-то. И
приступить, значит что-то начать. Слова, которые одинаково звучат, называются омофоны. Омо – одинаковый, а фонозвук. Почему-то говоря о 19 веке, всегда хочется зажечь свечу. Вот мы ее и зажжем. А для разговора на этой переменке я принесла с собой сегодня томик Пушкина. Я прочту вам строфу, а вы попытайтесь догадаться, из какого это произведения. В последнем вкусе туалетном, заняв ваш любопытный взгляд, я мог бы предученным светом здесь описать его наряд. Конечно, это было б смело. Описывать – мое же дело. Но панталоны, фрак, жилет – всех этих слов на русском нет. А вижу я, винюсь пред вами, что уж и так мой бедный слог пестреть гораздо меньше мог иноплеменными словами. Хоть и заглядывал я в старь, в академический словарь. Догадались? Конечно, это бессмертный Евгений Онегин. И Пушкин здесь жалеет, что описание одежды ему пришлось занять в иностранных языках. Это действительно так. Вот сейчас на мне, с ног до головы, нет ни одного предмета, который бы имел русское происхождение по названию. Александр Сергеевич Пушкин упоминает три предмета. Жилет, панталоны и фрак. Жилет я всегда связывала со словом «жизнь». Прикрывает, дает жить. На самом деле не так. Слово «жилет» родилось во Франции. И связано оно с именем шута по имени Жиль. Именно он придумал одежду без рукавов. Здорово, верно? Но название одежды появлялось не только по именам собственным. Еще одна одежка, упомянутая Александром Сергеевичем Пушкиным, панталоны, родилась не из собственного имени живого человека, а из имени литературного персонажа. В Италии существует комедия масок. И вот один из героев, которого звали Панталоне, ходил в широких штанах. И от этого литературного героя появилось название предмета одежды «Широкие штаны» – панталоны. А вот слово «фрак» не связано с собственным именем. Мне кажется, что это название связано с разделением. Почему? Потому что спереди фалды у этой одежды короткие, подрезанные, а вот сзади раздвоенные, напоминающие ласточкино крыло. Сегодняшний наш урок посвящен морфологии. Что такое морфология? Первая часть, наверное, вам уже знакома. Что такое было морфы? Строение. А логос – наука. Так вот, наука о строении частей речи. А сколько в русском языке частей речи? Давайте перечислим вместе по пальцам. Наверное, вы мне подсказываете. Имя – существительное. Имя – прилагательное. Имя – числительное. Наречие, местоимение, глагол, деепричастие и причастие. Союз, частица, предлог и особая часть речи – междометие. Итак, 12 частей речи в русском языке. Давайте займемся экспериментом. Я напишу слова, а вы попытайтесь составить из них предложение. Мы с вами в такую игру уже играли. А слова такие.
Ну как? Получилось? А почему не получилось? Потому что это служебные части речи. Союзы, частицы и предлоги. А служебные они, потому что помогают нам организовывать нашу речь. Помните знаменитую глокую куздру? Лев Владимирович Щерба только одно слово оставил то, что существовало в языке. Это союз «и». Без него было бы не построить предложение. А вот теперь такие слова. Мы образовали предложение. Что для этого мы сделали со словами? Изменили их, поставили в нужную форму, то есть в одежку. Вот эти самые слова «девочка», «шариковая», «писать», «ручка», «быстро» – это самостоятельные части речи. Почему? Потому что каждый из них может само самостоятельно существовать в языке. А вот теперь вопрос. Как вы думаете, какая из частей речи самая-самая старая, древняя и нужная? Самое главное. По-моему, имя существительное. А почему имя существительное? Потому что существительное – это все те предметы, которые нас окружают. И, наверное, первобытный человек, когда научился говорить, первое, что сделал – назвал все, что его окружает. Так, по-моему, родились существительные. Существительные от слова «сущий» есть на самом деле. Вот с орфограмм-то в именах существительных мы и начнем. Падайте в обморок, но, по-моему, мы все под колпаком у Мюллера. Это слова, которые называют людей по роду их деятельности или по профессии. И во всех этих словах участвуют суффиксы «чик», «щик». Слова звучат почти одинаково, все те, которые вы произнесли, называя этих людей. А как же пишутся? Правило очень простое. Вот красным цветом я выделяю те буквы, после которых нужно писать суффикс «чик». Д, Т, З, С и Ж. Только после этих букв пишется «чик». Во всех остальных случаях пишется «щик». А вот теперь сыграем в четвертое лишнее. Только раньше я вам показывала все время табличку со словами. А теперь попытайтесь определить на слух, какое слово лишнее. Внимательно слушайте. Если вам поможет при этом написание слов, тогда возьмите ручки, бумагу и записывайте. Итак, четыре слова. Какие это четыре слова? Возчик, проверьте, подписчик, ключик, перебежчик. Же слово оказалось лишним. Слово «ключик», потому что в нем суффикс совсем другой. Какой суффикс? Суффикс «ик».
и очень похожий на него суффикс «ек» доставляют массу неприятностей. Но правило очень легкое. У меня в руках книжка, называется она «Стране невыученных уроков». Так вот, ее герой – двоечник. Виктор Перестукин знал одно единственное правило. Как раз правило про суффиксы «ик» и «ек». Чтобы попасть в страну глагола повелительного наклонения, ему нужно было вспомнить правило, как правильно пишутся слова «ключик» и «замочек», чтобы правильно написать в словах суффиксы «ик» и «ек». Нужно изменить слово, поставить хотя бы в родительный падеж. Если буква осталась, то нужно писать «ик». Проверяем. «Ключик», «нет чего», «ключика». Буква осталась, пишем «и». Теперь второе слово. «Замочек», «нет чего», «замочка». Буква убежала, значит, нужно писать «е». Это правило помогло Виктору Перестукину справиться с трудностями. Нам оно тоже поможет. А вот теперь вопрос. Что делают суффиксы «ик» и «ек» со словами? Догадались? Они эти слова одновременно уменьшают и ласкают. Ключ – ключик, замок – замочек. Вот давайте попробуем вместе приласкать. Кота – что получилось? Орех. Горох. Ну а теперь давайте уменьшим и приласкаем петуха. Что получилось? Я здесь немножко схитрила. В этом слове не суффикс «ек» и «ик», а суффикс «ок». Потому что следующая орфограмма как раз говорит о таких словах, где нужно писать либо «е», либо «о» в суффиксах «ек», «ок». Так вот, правило звучит следующим образом. После шипящих в суффиксах имен существительных под ударением пишется «о», без ударения пишется «е». Только одно замечание. Кое-где будет суффикс «ок» – «ек», а кое-где будет суффикс «онок» – «енок». Правило точно такое же. Итак. Есть еще один ошибка-опасный суффикс. И этот суффикс связан с моим любимым юсом малым. Но сегодня мы с ним встречаемся последний раз. Есть в русском языке 10 существительных, которые кончаются на «мя». Я их сейчас напишу. Так вот, на конце у всех этих слов был юс малый. Мы с вами уже говорили, что он переходил в одну букву «я» или «а». А в других случаях он делился на две буковки. Так вот, как раз со словами, вот этими десятью, и происходит следующее. Как только слово переходит в другую форму, у него проявляется «ен», юс носовой, «н». Что же у нас выходит? Ну, давайте возьмем любое слово, например, множественное число у нас. Вот этот самый юс малый проявился в суффикс. А он у нас почти всегда безударный. Поэтому многие делают ошибки и пишут «времена» через «и». Итак,
Еще один ошибкоопасный суффикс. Суффикс «ен». Так вот, сейчас мы вместе просклоняем слово «время», а потом мы самостоятельно два других слова. Возьму другой цвет, зелененький, чтобы лучше запомнили. Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. И предложный падеж. А теперь самостоятельно просклоняйте устно слова. Последняя ошибка, опасное место в существительных, о котором мы будем говорить, это окончание. Почему ошибка – опасное место? Потому что бывает под ударением, а бывает без ударения. Если под ударением, никогда трудностей у нас не возникает. В безударном положении мы всегда задаем вопрос, что писать. Чаще всего такими ошибкоопасными окончаниями являются «е» и «и». У существительных первого склонения, помните, что это такое? Это все существительные на «а» или «я». Например, так вот у них буква «и» только в одном падеже, в родительном. Нет чего. У существительных второго склонения, а ко второму склонению относятся все существительные мужского рода без окончания и существительные среднего рода на «о» или «е». Так вот, у них трудности не может возникать, поскольку буква «и» не встречается ни в одном падеже. А вот у существительных третьего склонения, это все существительные, на конце у которых мягкий знак женского рода, вот у них во всех спорных случаях только «и». Медвежонок говорил, говорил, а ежик думал. Лошадь. Никого. Лошади. Дательный падеж. Удивился. Кому. Лошади. Предложный. О. Лошади. Самый трудный случай. Это особые существительные мужского рода, возьму другой цвет, мужского рода на «и», например, среднего рода на «ие», ну, предположим, наш гений совершил, и существительное женского рода на «ие», ну, например, гений совершил открытие в какой науке? При произнесении этих слов у нас смешиваются в окончании «е» и «и». Итак, существительные на «и» и на «ие», мужской и средний род, имеют в предложном падеже окончание «и». О ком? О гении. О чем? Об открытии. А вот существительные женского рода на «ия» имеют во всех спорных случаях окончание «и». Родительный падеж чего? Истории. Дательный падеж чему? Истории. Предложный падеж о чем? Об истории. А теперь потренируемся. Первый раз напишем диктант, который называется «В два столбика». Над первым столбиком напишите букву «е», а над вторым столбиком букву «и». Будьте внимательны. О кинофильме, в поликлинике, в оранжерее, по аллее, на телевидении,
на теле видение, в санатории, в санатории. Так вот, с окончаниями существительных связана и одна распространенная орфоэпическая ошибка. Орфоэпия – это правильная речь. Чаще всего путают чулки и носки во множественном числе. Есть такая очень веселая подсказка. Итак, чулки у нас длинные или короткие? Чулки у нас длинные, а носки у нас короткие. Так вот, когда мы их увеличиваем, то у нас чулки укорачиваются, а носки, наоборот, увеличиваются. Вот смотрите. Подсказка только для чулков и носков. Для чулок и носков, извините, я тоже оговорилась. А вот списочек слов, которые нужно запомнить. В русском языке очень много игр, связанных со словами. Вот на этих переменках мы с вами поиграем в слова. Одна из первых игр, которые я вам предлагаю, называется «Что общего?». Перед вами зашифровано два слова. Вот сюда нужно вставить слово, которое бы являлось концом первого и началом второго. Первое слово я вам помогу составить, просто покажу образец. Сюда подходит слово «чай». И тогда получается, что первое слово у нас было «обычай», а второе слово «чайка». Так вот, общее между «абы» и «ка» – напиток «чай». Это образец. А вот теперь посмотрите слова, которые попытаетесь разобрать сами. Подсказка. Это состояние, в котором пребывает очень удивленный, очень испуганный человек. Это название очень красивого цветка. Место, где не глубоко. Точно так же, как художник создает красками живописное полотно, с помощью прилагательных можно создать словесный пейзаж. Попробуйте раскрасить прилагательными то, что вы видите. А вот как нарисовал городской пейзаж Александр Сергеевич Пушкин. «Люблю тебя, Петра творенья, люблю твой строгий, стройный вид, невыдержавное течение, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный, когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады, и ясно спящие громады безлюдных улиц, и светла адмиралтейская игла, и не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса». Прилагательные характеризуют предметы по их свойствам. А орфограмма, которая связана с прилагательными, прячется в суффиксе.
Самая ошибка – опасное место в прилагательном. С какими же суффиксами это связано? А с такими. Прилагательные иногда образуются от существительных с помощью суффикса «н». Так вот, если существительное кончалось на «н», и к нему прибавлялся еще суффикс «н», надо писать в слове 2n. Итак, первое правило. Если существительное имело основу на букву n, и к нему прибавлялся суффикс n, то получалось слово с двумя n. Вещи, которые предназначены для кармана, называются... Второе правило связано с суффиксом «ен» или «он». Как образуются слова? У кого-то есть, наверное, шляпка из соломы. Так вот, шляпка из соломы как будет охарактеризована прилагательным? В жаркую погоду все любят морс из клюквы. Нам еще остался один суффикс. Суффикс, который помогает иностранные слова сделать прилагательные в русском. Какой же это суффикс? Удивительный. Он не может сделать предмета вкусным, не может сделать предмета круглым, большим. Он делает предмет абстрактным. То есть то, что нельзя потрогать руками. Это суффикс «он». Так вот, слова, в которых участвует суффикс «он», тоже пишутся с двумя «н». Его очень легко запомнить. Все эти слова кажутся большими и не очень удобными. А теперь еще нужно запомнить три слова, таинственные слова. Почему? Потому что мои ученики запоминают только слово «исключение». А из чего? Исключение из правил об одном «н». В этих трех словах суффикс, который обычно пишется с одним «н». А вот в этих трех словах почему-то два. Почему, никто не знает. Исторически закрепилось. Какие же это слова? Так когда же пишется одно «н» в суффиксах прилагательных, которые образовались от существительных? Итак, первый случай. Если прилагательное образовалось от существительного, с помощью суффикса «ан» или «ян». Итак, обратите внимание. Кость, если мы из кости делаем ручку, предположим, к нашему перочинному ножу, то прибавляем суффикс «ян» и получаем прилагательное. Любим мы вешать костяные ножики на ремни, которые делают из кожи. И получается у нас слово. Второе правило связано с суффиксом «ин». Это очень-очень хитрый суффикс. Почему? Потому что так и хочется подставить второе «н». Куда? Итак, возьмем такие слова. Соловей, трели, которые издает соловей, называют суффикс «ин» только с одним «н». И третье правило. Только про единственное слово «ветреный» – день или человек. Мельница и заболевание уже «ветряные». Ветряная мельница, ветряная оспа. Будьте внимательны. Как только к слову «ветреный» прибавляется приставка «безветренный», слово сразу подчиняется обычному правилу.
наше задание совсем простое. На каких языках сделаны надписи, которые вы сейчас увидите? Название этой гостиницы на самом распространенном международном языке. Название этого бара произошло от древнегерманского племени швабов. В этом магазине продаются модели одежды из Парижа. Как вы думаете, из какого языка пришло к нам слово «бистро»? Это наше отечественное слово, но вот оно совершило путешествие через Францию. В 1814 году наши казаки взяли Париж и просили жителей «быстро вода», «быстро хлеб». Французы решили, что это слово обозначает просто «быстрая еда». Давайте напишем вместе название тех языков, которые вы сейчас произнесли вместе со мной. Итак. Посмотрите, какие здесь были суффиксы. К и СК. А в произношении как эти суффиксы звучали? Почти одинаково. В некоторых словах. Так вот, когда же какой пишется? Сейчас я вам об этом и расскажу. Запомнить очень легко. Суффикс «к» пишется в тех словах, которые кончались в существительном на «к», «ц», «ч». Например, «немец», «немецкий», «казак», «казац», «ки». Причем происходит чередование согласных. Еще в одном случае пишется суффикс «к», если прилагательное имеет краткую форму. Какие это слова? После всех остальных согласных пишется суффикс «ск». Но у нас были здесь названия языков, а мы сейчас с вами напишем другие примеры. Что появляется в этом слове? Получается удвоенное «с». А есть у нас еще более хитрое прилагательное. Почему хитрое? Сейчас посмотрите, запишу я его в виде арифметического примера. Сколько букв «С» нужно писать в прилагательном «одесский»? Ну-ка, посмотрите. Две было в корне, плюс суффикс «СК» получается с тремя «С». А что же сделали хитрые одесситы? То же самое, что произошло в слове, о котором мы говорили на предыдущих уроках. В слове «рассориться» сколько должно было писаться «С»? Приставка «раз» и корень «ссор». Должно было три буквы «с», а язык оставил две. То же самое сделали одесситы. Все, что имеет отношение к Одессе, пишется с двумя «с». На каком языке Петр I назвал наш город? На русском. Наверное, на латинском. Но на немецком. А как правильно сказать? Последнее правило о прилагательных на сегодня очень легкое. Оно такое же, как и о существительных. Вспомните, пожалуйста, в суффиксах существительных после шипящих писалось под ударением «о». Пример. То же самое и в прилагательных.
В суффиксах имен прилагательных после шипящих пишется только О. А когда же Е? Е без ударения. Проверим. Компот из груш какой? Грушевый. Пишем через Е. Теперь мы с вами поиграем в замечательную игру. И основана она на амонимии. Помните, амонимы – это слова, одинаково звучащие, обозначающие совсем разные вещи. Так вот, игра такая. У нас много географических названий, совпадающих с обычными словами. Вот, например, какое государство может находиться на голове? Не догадались? Панама. Вот такую игру мы с вами сейчас и сыграем. Первый вопрос. Какой город в нашей стране летает? Догадались? Если догадались, второй вопрос. Столицу какого европейского государства построили на сухой траве? Ответили? Ну и теперь легкий, самый легкий вопрос. Какая европейская столица находится у каждого на руке? Вот и кончились мои загадки.